Внимание всем! Идет преследование нарушителя. Код 6. Приготовьтесь и ждите сигнала. Подробности на экране. Работаем на канале 1. Объект «Желтый мустанг». 10.75 всем машинам. Ждем. Браво-браво всем. Мы стоим в ограждении. Следите за скоростью. Повреждена патрульная машина. Он врезался в заграждение. Позиции не меняют. Я вижу. Как это невозможно? Он блокирует. Не удалось. Объект не остановился. Повреждения минимальные. Объект уходит. Внимание, нарушитель пытается подрезать меня. Применяем 1065. Все готовы? И черти, что творится? Отбой погоди. А вот и объект. Приближаемся. Мотор заглох. Прекращаю погоню. Повторяю, прекращаю погоню. Моей машинке конец. Пишите отчет. Черт, объект прорвался. Нарушитель отрывается. Теряю контакт. Отвлеките его! Только что проскочил. Мы пристраиваемся за ним. Внимание всем! В последний раз объект ехал на север. Оцепляйте указанный район. Передаю вызов на пост 3. Что-то рвануло под капотом! Нет, все, я пас. Машину придется менять. Внимание у патрулей, у нас погоня, код 3. Все
всем, кто не занят на срочных вызовах, приготовиться и ждать сигнала. Подробности на экранах. Работаем на канале 2. Он меня таранил. Я ранен. Требуется помощь. Сейчас я толкну его. Подвиньте, давайте. Мне его не объехать. Слишком быстро все. Он увеличивает скорость. Не могу догнать. Контакт потерян. Ждите. Снова вижу, он вырвался вперед. Носорог 5-3. Эй, я позади вас. 10-23. Внимание всем! Последний раз объект ехал на... Вижу нарушителя! Все ко мне! Экипаж выведен из строя. 10-36 пытается скрыться. Вот 3. Поняли. Выполняйте. Контакт с преследуемым подтверждаю. Постараюсь заблокировать ему ход. Думаю, он остановится. Потерял объект из поля зрения. Ищу. Вижу объект. Код 3. Вижу код 6. Начинаем погоню. Окей, остановитесь и покиньте его. Объект прорвал заграждение. Вокруг слишком много машин. Снижайте скорость. Ничего нового, висим у него на хвосте. Внимание, сейчас я его подтолкну. Он меня не пускает. Натарок 2-1. 10-23. Меня карают! Меня карают! Есть предложение обойти его и встретить в конце улицы. Там его и возьмем. Нужны новые машины. У нас один выбыл. Его так просто не остановишь. 10-44 в мой квадрат. Вас поняли. X-Ray C. Есть свободная машина. Направляю к вам. Не упустите его! Давай! Нарушитель разорвался. Продолжаем код 3. Он прорвался.
ты прорвался. Внимание прикрытию. По последним данным, объект следовал на юг. Указанный район будет оцеплен. Код 6 не отменять. Диспетчер, это Сьер-1. Со мной двое. Будем в квадрате через 3 минуты. Диспетчер, у нас похожая машина, ждите. У задержанного все в порядке. Диспетчер, подозреваемый лазер, код 3. Обнаружен объект. Свидетель наблюдал, как он ехал на запад. Немедленно отцепляйте этот район. Он не мог уйти далеко. Код 6 сохранен до особого распоряжения. Вас поняла, диспетчер. Это Сьер-1. Иду на помощь. Код 3. Нашли машину с похожими приметами. Сейчас проверю номера. Ждите. Диспетчер, у задержанного все в порядке. Приметы совпадают. Код 3. Свидетель сообщает, что объект следовал на юг. Оцепляем район к востоку от точки. Код 6 сохранен.
Объект скрылся. Оцепляйте мой квадрат. Перед тем, как скрыться, нарушитель ехал на восток. Оцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Вызов код 6. Всем экипажам. Уточнить координаты. Подробности на экранах. Диспетчер, это право 2-2, со мной двое. Будем в квадрате через 3 минуты. Диспетчер, у нас ничего. Ждем указаний. Внимание у патрулей, у нас погоня, код 3. Всем, кто не занят на срочных вызовах, приготовиться и ждать сигнала. Подробности на экранах, работаем на канале 2. Объект «Синий Вайтер». Внимание всем, статус погони 5. Есть шанс его успокоить. Начинаем маневр, прием. X-Ray 3. Мы в вашем распоряжении. Внимание всем! Держитесь правой стороны. Слева 1067. Подкатили у нас. Какой шустрый. Берем его в коробочку. Прием. Не давайте ему маневрировать. Продолжаем код 3. Он прорвался. Он врезался в заграждение. Сейчас вытолкну его с дороги, на связи. Мелкая авария, 236. Объект пытается уйти. Водитель, ремонт идиотов. Подождите, у нас авария. Никакого эффекта, он плевал на нас. Перекройте трассу снова и посерьезнее. Четыре, помоги. Он что, знал, где они лежат? Диспетчер, экипаж вышел из строя. Повторяю, вышел из строя. Он не собирается тормозить. Сейчас заставим. Сьерра 9. Сьерра 23, принимайте помощь. Он может ехать так целую вечность. Все, отступаемся. Пусть думает, что мы отстали. Сокращаем расстояние и берем его в клещи. Ну-ка. Что у вас нового? У нас все по-прежнему, прием. Объект прорвал заграждение. Наш кадр доездился. Авария. Потерял объект из поля зрения. Ищу. Нет, нашел. Код 3, продолжаем. Он уходит, мне за ним не угнаться. Информация для участников погони.
Код 6 следовал на запад. Разрешаю выставить оцепление. Высылаю дополнительные экипажи. Ага, вот он. Код 3. 10:33. Я повторяю, все срочно сюда. А вот и объект. Приближаемся. Все наши разбиты. Я один. Есть кто-нибудь рядом? Прикрытие будет через минуту. Нас двое. Идем к вам. Код 3 тоже. Я собираюсь идти на перехват. 10:75. А вот и объект. Приближаемся. Внимание прикрытию. По последним данным, код 6 ехал на север. Оцепляем район к востоку от точки. Код 6 сохранен. Диспетчер, это Сьер-1. За мной двое. Будем в квадрате через 3 минуты. Диспетчер, у нас 10:35. Скорую в мой квадрат. Начинаю погоню. Посмотрим, как ты теперь уйдешь от нас с такими повреждениями. Я повторяю, все срочно сюда. X-Ray 7. Подкрепление уже выехало. Внимание! Поступило сообщение, что объект следовал на восток. Рекомендуем оцепить этот район. Начинайте прямо сейчас. Диспетчер, это Чарли 3. Приближаюсь к объекту с северо-запада. Подтвердите запрос. Диспетчер, мы задержали одного, кажется. Это не он. Отпускаем.